Здравствуйте, уважаемые подписчики, дорогие друзья и гости моего канала. 10 апреля 1854 года корабли англо-французского флота подошли к берегам Одессы и обрушили орудийный огонь на город и порт. Защитники города проявили стойкость и отвагу. Особо отличалась батарея прапорщика Щеголева. Утром 30 апреля 1854 года 16-пушечный паровой фрегат «Тигр» заблудился в густом тумане и сел на мель в Одесском заливе в 6 милях от крутого берега Малого Фонтана. Все попытки английских моряков сняться с мели оказались тщетными, и «Тигр» был вынужден принять бой с одесским артиллерийским гарнизоном. А одну из пушек фрегата в 1904 году, в 50-ю годовщину событий, установили в качестве трофея на Приморском бульваре Одессы, где она находится и сейчас. Эта пушка – военный трофей. Ее вес 250 пудов, а бомбы 2 пуда 16 фунтов, 2 пуда 32 килограмма. Интересно, что 2 сентября 2009 года пушка выстрелила, дав старт празднованию Дня города Одессы.